Приветствую всех из Одессы. Сегодня 22 июля 2024 года. Только опубликовал свое утреннее видео, в котором сообщаю о том, что у нас все спокойно. Ночь прошла без воздушных тревог, без взрывов, да и в целом обстановка спокойная. И буквально сразу объявляют воздушную тревогу в 9:58 и поступает информация о пуске баллистики с Крыма в нашем направлении. Затока, Черноморск, Одесса, угроза присутствовала для всех, но в последнюю минуту в 10:01 поступила информация о том, что ракета летит в направлении Белгород-Днестровского, и, судя по всему, где-то там прозвучал взрыв. Вот. Ну, Одесса, понятно, этого взрыва не слышала, но вроде бы как местные паблики пишут о том, что там был взрыв. Подробной информации пока что никакой нет, будет обновляться информация, обязательно буду сообщать. Тревога продолжается, угроза по-прежнему присутствует, поэтому... Берегите себя и своих близких. Всемирного неба. До встречи. Пока.